Видео предоставлено сайтом onlinegdz.net. Номер 515. Представьте число в виде суммы степеней числа 2. А – 6, Б – 18 и В – 42. Рассмотрим первый пример. 6. Вначале мы представим число в виде суммы степеней числа 2. Это 4 и 2. А потом мы 4 представим как 2 во второй степени и плюс 2 в первой степени. Далее 18. Смотрим. Это 16 плюс 2. 2 в четвертой степени плюс 2 в первой степени. 36. Ой, 42. Это 32 плюс 8 и плюс 2. 32 это 2 в пятой степени, 8 это 2 в кубе и 2 это 2 в первой степени. Значит, сумма будет выглядеть так. 2 в пятой степени плюс 2 в третьей степени и плюс 2 в первой степени. Если вы хотите видеть больше видео, подписывайтесь на наш канал на YouTube. Присоединяйтесь в группе в соцсетях.